Не уезжай! Эй! Спрыгни! Стой! Стой! Гитара! Ты забыла гитару! Я не забыл. Ничего я не забыл. И уже не забуду. Я знаю, ты вольная птица, и не то чтобы я прошу тебя передо мной отчитываться, но, может, хотя бы скажешь мне, ты вообще жива? Это, конечно, твое дело, но ты пропустила последний осмотр. А я тебе миллион раз говорил, что... Ай. Позвони, когда освободишься, ладно? Пока. Ви, ДХД Депендехадас, опять ставишь автоответчик? Да что ж такое, а? Тебе что, язык отрезало? Что же я хотела? А, си, клэро. В воскресенье я собираю всех на ужин. В честь дня рождения Джеки. Приготовлю все, что он любил. Чилакилес, тамалес. А если куплю настоящую кукурузу, то даже элёте. Будет хорошо, если ты зайдешь. Подумай об этом. Cuídate, amorcito. Возьми трубку, ну. Сука. Ви, я не знаю, что пошло не так. Может, что-то случилось, или тебе надо было залечь на дно. Пожалуйста, дай мне хоть какой-нибудь знак, что ты жива. Что у тебя все окей, если можешь. И если тебе что-то будет нужно, я всегда тебе помогу, слышишь? Всегда. Береги себя и перезвони мне, когда это услышишь. Ну ладно. Пока. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все, Ви. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помогла мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некая Ви сыграла в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знала, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь одна из нас. Ты Альдекальта. Помни об этом. Береги себя там, в городе, и до встречи. Эй, Ви, слышишь меня?
Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделала для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сеппуку, самурай сочинял Чисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай. Поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Сома. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Слушай, извини, что беспокою. Я понимаю, у тебя там дела, тебе некогда. В общем, я беспокоилась, как ты там? Решила по-быстрому разложить карты и... Ох. Тебе выпали повешенный, маг и звезда. Это нехорошие карты, Ви. Они предвещают что-то плохое. Вроде смерти, но не совсем. Береги себя там, хорошо? Я надеюсь, скоро услышимся.